Все, 4 утра. Мы с моим пысиком собираемся на рыбалку. Да, пысик? Едем на рыбалку. На гибрида, может быть, таранка будет ловиться. Давай, давай, запрыгивай. Все, Саня, садись. Все, больше места нет. Сиди. Стой, разливаю. Ну, прикольно. Дальше надо полазить. Вот море, бухта Андреева, это когда при царе здесь стояли корабли, зерно загружали, а теперь вот металлургия, кстати, металлургический завод при царе был тоже у нас построен. Сейчас выберем, где удобнее лодку спускать и быстренько накачаем. Наконец-таки мы выплыли, долго, 20 минут где-то собирались. Все, ищем кушери, становимся, начинаем рыбалить. Аделька вон со мной, и рыбачок тоже. Так что мы нормально выплыли. Вот побережье, вон он порт, если будет видно. Ну, приближу, вон яхты стоят на рейде, краны, аквапарк, пляж. Набережная, он там Пушкинская, по-моему, она у нас называется. Мелочь гоняет. Яхт-клуб, вот здание белое. А это как бы дача на воде. Коттеджи построили. Кушери находим, макуху разбиваем. Вон солнце какое, смотри, красивое. Восход красивый. Электромотор, красота. На такой лодочке сел и почухал. Больше ничего не надо. Аделька за чайками наблюдает. Прыгануть хочет. Местный мужичок лодку накачал. Далеко пошел. Раз пошел далеко, значит знает, куда пошел. Приехали, попробуем. Начали. Начали мы все ставить. Ну да, насчет съемки, конечно, против солнца получается. Ну так вот три опарыша насаживаем. Это у нас удочка на запас. Есть. Успокойся, сука. А ну сядь. Я тебя больше не возьму на рыбалку. Сиди спокойно. Тихо. Тихо. Вот такая у нас тараночка. Вот она красавица. Ой, заглотила какая.
все хорошо в этой таранке, кроме одного. Бывает, заглатывает так. Положил, она уже тараночка. Потихонечку тянем. Ух ты, хорошая. Прям хорошая. Прилично. Без тряпки на такой рыбалке делать нечего. Все в связи. Что, начало клевать. Начали ловить. В 6 утра. Подошла рыбка. Подошла тараночка. Обычно полчаса так и подходит. Ну, сейчас только сиди, не зевай. Чайка села на воду, альбатрос. Гады. Полетела. Ентово применяем зубные дела. Без 5-8 все, клюв перестал, южный ветер задул.
южное нафиг никому не нужно. К нас, когда дует южное, вообще не лучше. Еще и ветер меняется. Утром дул западный. Уже 40 минут ничего не улавливаю. Сейчас еще 10 минут сижу. Аделька, купаться пойдешь? Вот так вот сидеть надо, а? Задними лапками сидеть на борту. Морской волк. Да? Народ загорает, купается, рыбку ловят. Тепло, хорошо, не жарко. О, мужички в пушерях сидят на гибридах. Аделька, прыгать будешь? Аделька, вперед! Вот так вот мы плаваем. Собирать яхту. Ну вот, время 9:15. Встал без 24 утра. 9:15 я уже еду домой, к 10 я еще успею на работу. Вот. Выезжаем с пляжа. Ну, вот такая вот. Скоро этого всего не будет. Все застроится коттеджами, домами. Все и так уже застраивается. И как бы против прогресса не попрешь. Вот наш улов. Пошли вон мухи. Ну, что, нормально. Красавица, тараночка, красавица. Сейчас засолю все. Да, Дель? Хорошая тараночка?